Мы, как политехнический университет, являясь федеральным центром новых производственных технологий в рамках национальной технологической инициативы, создали совместно с нашими партнерами, стратегическими партнерами, с фирмой Kawasaki, этот замечательный центр. Мы надеемся, что мы будем рука об руку вместе с Политехническим университетом продолжать вносить свой вклад в развитие не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и всей России. Ну и я возьму на себя смелость, если скажу, самый лучший инженерный вуз нашей страны, ну и не только нашей страны. Поэтому я желаю, конечно, успеху этому детищу, которое рождается сегодня. И, может быть, даже пофантазируем, здесь будет рожден и Нобелевский лауреат. Спасибо за внимание. Аригато гадзаймай.